Повышение комфортности как для персонала, так и для потребителей – это веление времени. И славянские энергетики филиала акционерного общества НЭСК «Славянскэнергосбыт» стараются, чтобы условия работы отвечали самым современным требованиям. Открытие нового офиса филиала в нашем городе – убедительное тому доказательство. Филиал «Славянскэнергосбыт» работает уже 14 лет и обслуживает более 28 тысяч славянцев, в том числе свыше 2 тысяч юридических лиц. С момента образования и по настоящее время филиал входит в число лучших компаний, неоднократно побеждал в корпоративном конкурсе. Благодаря реализации инвестиционного проекта, утвержденного Министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, в Славянске на Кубани появился новый офис. В нем есть большой абонентский зал на 10 окон для приема посетителей площадью около 115 квадратных метров. Состоялось торжественное открытие этого отличного офиса. По традиции была перерезана красная лента. Глава Славянского района Роман Синеговский подчеркнул в своем выступлении, что АО «НЭСК» создает для своих клиентов удобные офисы и стремится к высокому качеству обслуживания. Мне приятно, что все это сделано сегодня для людей, что НЭСК электросети шагает в ногу со временем, есть определенный стиль, идеальные условия, кондиционирование, светло. Я уверен, что здесь комфортно будет работать вот сотрудникам, потому что я считаю, каждый руководитель должен прежде всего заботиться о своих сотрудниках. Здесь комфортно будет посетителям, потому что, как ни крути, правильно было сказано, онлайн все это хорошо, но мы от прямого контакта, от общения, мы еще, конечно же, никуда не ушли. Генеральный директор акционерного общества НЭСК Евгений Росинский отметил, что открытие новых офисов уже стало доброй традицией для компании. Развитие обслуживания клиентов с помощью интернета – это очень хорошо, но живое общение также необходимо. В этом году Славянск у нас первый, потому что у нас на этот год запланировано несколько открытий центров обслуживания клиентов. Стратегия ОНЭСК предполагает, что мы очень активно развиваем все электронные способы общения и улучшаем качество обслуживания потребителей. Невозможно оказать качественную услугу без личного общения, без взаимодействия, как говорится, глаза в глаза. Мы строим, развиваем такие красивые, замечательные офисы. С целью создания благоприятных условий обслуживания клиентов в офисе будут внедрены новые технологии, в том числе система электронной очереди. Здесь также сделано все для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Золотой фонд филиала – это его коллектив, в котором есть как опытные сотрудники, так и молодые. И теперь они еще лучше смогут работать на благо славянцев. Для этого есть все необходимые условия. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».